Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации Люберец. Руководители управления и ведомства читались главе округа о проделанной работе. Об итогах минувшей недели далее. Межмуниципальное управление Люберецк поступило 1750 обращений граждан. По данным обращений возбуждено 19 уголовных дел. Такой выдалась минувшая неделя у люберецких стражей правопорядка. Полицейские раскрыли 15 преступлений по горячим следам, а также приступили к подготовке к несению службы в новогодние праздники. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона доложили, что за отчетный период ликвидировали 7 возгораний. Из них 6 произошли в Люберцах. Ежедневно работали и службы, содержащие городские и дворовые территории. Всего было привлечено 109 единиц спецтехники, задействовано порядка 900 человек. Активно продолжается работа по находке по оформлению территории городского округа Люберцы к празднованию Нового года. Регулярно наводят лоск также на люберецких дорогах. В уборке проезжих частей и тротуаров на прошлой неделе были задействованы 79 рабочих и 26 единиц спецтехники. Дорожники отремонтировали 17 ям общей площадью 26 квадратных метров. Анна Троян, Денис Заугольников и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ.